Во благо планеты. В минувшие выходные мир объединил самый масштабный за всю историю час Земли. Крупнейшие города и достопримечательности на 60 минут погрузились во тьму. Прошедшая в 11-й раз акция объединила 184 страны мира на 6 стран больше, чем в прошлом году. В России присоединились 150 городов, перекрыв показатель 2016 года в полтора раза. Организаторы объяснили, что основная задача не сэкономить электроэнергию, а привлечь внимание к экологическим проблемам. Всемирный фонд дикой природы призывает задуматься об ответственном отношении человека к природе и последствиях своего воздействия на нее. Поэтому лозунгом был выбран «Меняй себя, а не планету». Впервые эта акция «Неравнодушие к будущему Земли» состоялась в 2007 году в Австралии. С тех пор каждый год в последнюю субботу марта все участники в 20:30 по местному времени на час выключают электричество. К слову, в Санкт-Петербурге час Земли поддержали еще одной акцией. На волю выпустили трех сов. Они были конфискованы у фотографов, которые предлагали туристам совместное фото. Птиц держали на цепи и плохо кормили. Отныне совы будут жить в парке Сергиевка. По словам специалистов, пернатые полностью реабилитированы и готовы к жизни на воле.